Сегодня на канале Best SEO мы рассматриваем интересный проект из сферы энергопотребления. Сейчас мы находимся на официальном сайте проекта cryptosolartech.org. Проект так и называется CryptoSolarTech. Итак, что это за проект? Высокое энергопотребление в сфере криптовалютной добычи является серьезной проблемой. Майнеры на данный момент расходуют огромное количество энергии, и этот расход только повышается. Это говорю к тому, что процесс добычи криптовалют тесно связан с затратами на электричество. Актуальность солнечной энергии постоянно растет, поскольку солнечная энергия является экологически чистой. Вторая причина – это срочность использования солнечной энергии по причине ее ресурсоемкости. Ведь всего за 9 минут Земля получает больше энергии от Солнца, чем человечество производит в течение целого года. Ну, понимаете, да, какая статистика, кстати, очень интересна. Солнце, а также отмечу тот факт, что эта энергия поставляется бесплатно и не влияет на окружающую среду. Ну, конечно, бесплатно это образно сказано, да, конечно, нужно оборудование установить и так далее. Криптокуренсис напрямую связан с электроэнергией, добычей полезных ископаемых. А в настоящий момент тратится огромное количество энергии, и в будущем оно будет только увеличиться в разы. Разработчики CryptoSolarTech инвестируют в солнечную энергию и в настоящее время проводят первоначальные продажи монет, которые связаны с их проектом, и будут решать проблемы с очень трудоемким и дорогостоящим процессом обработки криптовалютных систем. На сайте мы видим счетчик продаж, продано 17,8% из всех выставленных на продажу монет. Софткап проекта собран, если в переводе на евро, то собрано почти 9 миллионов евро. Соответственно, проект считается уже состоявшимся, да, либо софткап проект собран, значит, работа будет запущена. Что еще можно добавить? Будет создан солнечный фотогальванический пул, способный генерировать 45 тысяч киловатт, который можно будет использовать для питания огромной майнинговой фермы. Компания ведет ICO для создания собственных токенов криптовалюты и получения средств, которые будут использоваться для установки 3000 единиц оборудования, которое по итогу будет использоваться для добычи криптовалют. Установка будет выполнена в Испании. Соответственно, питаться она будет за счет солнечной энергии. В принципе, проект очень интересный. Рекомендую вам ознакомиться с белой бумагой, с документацией на сайте. Время, как бы, присоединиться к проекту еще есть. Ну, соответственно, каждая фаза — это удорожание токена, поэтому рекомендую побыстрее изучить, если, как бы, вы интересуетесь данным проектом, и принять уже соответствующее решение. Желаю вам в этом удачи.